Травматизм у детей – одна из серьезных проблем, которая, к сожалению, не теряет своей актуальности. Чаще всего травмы бывают дома, но и на улице немало опасностей. Прежде всего, это напряженное дорожное движение. Получается, что неприятные неожиданности могут произойти с ребенком в любой момент. И последствия этих малоприятных происшествий – чаще всего травмы разной степени тяжести. В травмпункт травматологического отделения Славянской центральной районной больницы и на прием к врачу-травматологу обращаются дети с ожогами, электротравмами, порезами. К серьезным травмам приводят также падения с высоты, дорожно-транспортные происшествия, укусы животных, прежде всего собак и кошек. Если за 9 месяцев прошлого года в Славянском районе было 29 тяжелых случаев травм, то в нынешнем году за это же время их стало на 3 больше. И это всех, конечно, беспокоит. Родителям нужно с малых лет детям прививать технику безопасности и культуру своего поведения. То есть в чем она заключается? Чтобы ребенок уже с ранних лет был информирован о том, насколько могут быть опасными для жизни и здоровья определенные вещи. То есть это горячие какие-то жидкости, это кислоты, это щелочи, это поведение, которое может привести к каким-то серьезным травмам. В осенне-зимний период, когда на дорогах снег и гололедица, опасность трудно переоценить. Родителям нужно объяснить своим детям, как вести себя при переходе улицы. Чтобы он знал, что нужно смотреть элементарно по сторонам, переходя дорогу, знал, что автомобиль не останавливается при первом же виде ребенка. За 9 месяцев этого года 8 детей получили термические ожоги и были переведены в краевой ожоговый центр. Пятеро, получивших другие бытовые травмы, лечились в краснодарских клиниках. Нужно знать, что травмы могут иметь свои последствия. Для примера взять это ожоговая травма, когда ребенок получает ожог термический, скажем, кипятком. Могут возникнуть последствия различного рода и характера. И они связаны в первую очередь с площадью ожога, с глубиной ожога и, что немаловажно, с локализацией ожога. Как правило, у растущего ребенка в раннем возрасте формируются всякие рубцы. Здоровье детей – это общая забота, но в первую очередь о профилактике травматизма должны заботиться родители и все взрослые из детского окружения. Беспечность и равнодушие недопустимы. А Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».